Следующая на очереди Цинерария симпатия. Этот комнатный цветок относится к астровым. Красивый. Я уже до этого садила, но у меня случился такой казус. Мне надо было уехать на 2 дня, и без полива у меня посевы просто засохли. Их надо было только опрыскиванием. В общем, дочка побоялась, и они у меня подсохли. Ну, ничего страшного, заказала. И вот прошел ровно месяц с первой посадки. И сейчас я буду дома и буду за ними наблюдать, посажу. Вот период цветения получится где-то через полгода зацветут с момента посадки. Ну, будем проверять. Так, Цинерария симпатия в пакетиках. Тут ее 10 штук. Они достаточно меленькие. И я, чтобы не мучиться с пакетиком, высыплю их, попробую в крышечку. И уже с крышечки буду доставать зубочисткой. Грунт я взяла самый обыкновенный, универсальный, который можно найти в любом цветочном магазине или любом интернет-магазине заказать. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Он даже чуть больше, чем 10 семечек. Идет еще 11, 15 штучек даже. Ну, да, они такие миленькие, их и не заметишь. Так, грунт я обрызгала гуматом калия, разведенным слабее по инструкции в 2 раза землю. И сейчас зубочисточкой буду подлавливать и высаживать. Надо намочить ее, зубочистку, наверное. Такого контейнера хватит, потому что всходы очень маленькие, очень миленькие. Так, первый пошел. И вот так потихонечку выкладываю на грунт. Не заделываем. Сверху накрываем крышечкой или пленочкой. И ставим в теплое место. Вот, все семена я высеяла. Процесс достаточно долгий, чтобы не отнимать времени. Грунт увлажненный, ну и буквально чуть-чуть так вот сбрызнуть. И можно закрывать контейнер и убирать. Цинерария симпатия готова.